Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сей родину реплей Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путболов, и не забывайте вводить по ней при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас снова видео, и довольно-таки, наверное, печальное. Я сегодня буду продавать свой дом. Также со мной сегодня подписчики, это Влад Путбуль и Вова Путбуль. Я передаю им привет. Сейчас я лечу за продавцом, точнее за покупателем, я продавец, а покупателем какая-то девушка, Алина. И ей я продам свой дом рыбака за 9 миллионов, потому что мне он уже надоел. Я заебался бы и без денег, у меня вон 5 тысяч и все, больше денег у меня как бы нет, ну 6 тысяч, ладно. Как бы дом рыбака раньше нес нормальные деньги, сейчас он несет довольно-таки мало, поэтому смысла больше его держать я не вижу. Я, конечно, шел в жесткий минус, потому что я этот дом покупал за 30 миллионов, он у меня был где-то месяцев 5 или даже больше, этот дом, я его до последнего хотел продавать, но все, у меня уже просто, я уже не выдерживаю, и решил его продать и купить себе просто обычный дом, и чтобы у меня просто были еще деньги. Так, давайте теперь найдем эту Алину. Я вот подлетел. А где Алина, я, честно говоря, не знаю. Так, вон кто-то у нас катается на машине. А где сама Алина, я вот сейчас не знаю. Давайте сейчас напишем. Ну что ж, я забрал эту Алину, вроде бы как, да, Алина Долина у нее, короче, фамилия, ну, имя Алина, а фамилия Долина. И она сейчас будет покупать мой дом за 9 миллионов. Ну, серьезно, блин, он мне не нужен, пацаны, я знаю, что он у меня был долго, вы все мне писали, чтобы я его не продавал, я с вами советовался, но, блядь, пацаны, нихуя не поменяется. Я думал, что обновление сделают, чтобы он больше приносил денег, но в итоге ничего не поменялось. В этой серии, скорее всего, мы не будем покупать новый дом, а купим его в следующей серии, поэтому, пацаны, ставьте лайки, чтобы серия вышла быстрее. Также, пацаны, кто играет на родине, а кто еще не играет, уводите мой ник обязательно. Я принимаю вас в свою семью. Нужно копить 15 тысяч очков, чтобы мы купили элитную семейную квартиру и все там вместе жили. Поэтому, пацаны, кто играет часто, кто вообще играет как бы на родине, то пишите мне, я вас буду принимать в семью. Также нужны активные заместители, которые всех буду принимать, тоже можете писать насчет этого мне в ВК. Так, короче, все, я прилетели мы. А, продать дом игроку. Для начала выселите квартирантов. Так, нужно выселить людей. Так, список жителей. Все, я его выселил. Теперь можно его продавать. Так, хоус. Продать дом игроку. Какой у него ID, блин, я не вижу. Так, 183 ID. 183. 10 миллионов. 9 миллионов. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, смотрим. Да, 9 миллионов. Делаем скриншотик. Далее. Все, я предложил за 9 миллионов. Ей домик свой. Алина Долина. Будет теперь жить в моем доме. Так, я получаю 9 миллионов. Так, тоже я тайно разделаю, что я домик продал. Теперь это ее... И тебе удачи. И тебе удачи. Так, все, можем, в принципе, отчаливать отсюда. Не знаю, теперь я буду жить, нужно будет купить новый дом. У меня теперь кейс появился. Давайте на вертолете, я думаю, отлетим отсюда и немного с вами поговорим. Я вообще не знаю, где я дом хочу. Я, скорее всего, сразу же после этой серии буду искать себе домик. Поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Так, я и крикнул, что я свою машину потом уберу, потому что у меня дома нету. У меня еще Тесла же есть. Она стоит в Арзамасе. Я не знаю, либо покупать просто квартиру, чтобы там жить, либо покупать дом. Вот в чем проблема. Потому что, ну, как бы 9 миллионов есть, можно купить дом на Рублевке. Но дом на Рублевке стоит как минимум лямов, наверное, 7-8. Поэтому нужно, пацаны, что-то думать. Я буду что-то думать, вы пишите в комментариях, правильно сделал или нет. Я считаю, что я сделал правильно. Ну, а вы можете писать свое мнение в комментариях. Теперь я буду в поисках дома. Возможно, какую-то квартиру куплю, не знаю. Либо, может, дом попробовать какой-то словить. Ну, хотя, блин, какой из меня ловец, пацаны. Я думаю, сами понимаете. Даже вот здесь есть приморские квартира по ГОСу. Ну, блин, зачем мне ее здесь покупать? Это бредово будет. Можно купить дом с огородом, чтобы там зарабатывать. Ну, хотя, блин, нахрена мне это нужно? Я продал дом, чтобы переехать куда-то и не нуждаться в деньгах. Как бы 9 миллионов это довольно-таки маленькая сумма на родине, будем честными. Это реально маленькая сумма, потому что здесь и сумма по 500 лямов есть и больше. Поэтому это довольно-таки маленькая сумма, но что-то мы с ней будем делать. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.